Добрый день всем, друзья! Перед нами дерево белой шелковицы. На нем уже сформировались небольшие зеленые ягоды. При созревании они станут больше, приобретут белый цвет и сладкий-сладкий вкус. Белая шелковица обладает рядом полезных свойств. Она повышает гемоглобин, что очень благотворно влияет на состав нашей крови. Используется она для лечения анемии, улучшает пищеварение, помогает при запорах. Также в ней содержится калий, который очень полезен для работы нашего сердца. Еще белая шелковица повышает иммунитет, укрепляет стенки сосудов, очищает наши сосуды, помогает нам становиться более здоровыми. Из нее можно варить варенье, компоты, делать настойки и даже вино. Так что, друзья, давайте будем использовать природные лекарства для нашего здоровья.